Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 18, урок 19. Пользуясь заданным алгоритмом, найди все значения x и сопоставь их соответствующим буквам. Расшифруй имя среднеазиатского математика и поэта, предложившего одну из самых интересных систем календарей. Итак, а у нас равно нулю. Вставляем в наш алгоритм значение а равное нулю. 0 умножаем на 2, получаем 0. Это меньше 20? Да. Прибавляем 18, получаем 18. Значит, букве Я будет соответствовать значение равное 18. Берем значение а равное 6. Вставляем его в наш алгоритм. 6 умножаем на 2, получаем 12. 12 меньше 20. Да, согласна. Значит, мы к 12 прибавляем 18. Получается x равный 30. Значит, букве Х соответствует значение 30. А равно 9. Подставляем наш алгоритм. 9 умножаем на 2, получаем 18. 18 меньше 20? Да. 18 прибавить 18 равно 36. Буква R. 10 умножаем на 2 равно 20. Меньше 20? Нет. Значит, мы от 20 теперь будем не прибавлять 18, а отнимать. И значение x у нас будет равно уже 2. 12 умножаем на 2, получаем 24. Это меньше 20? Нет. Значит, от 24 мы будем отнимать 18. Получается 6. Буква Z. 23 умножаем на 2 равно 46. Это не меньше 20, значит, отнимаем 18. Получаем 28. Буква I. Следующее значение после 23 у нас значение 34. Умножаем на 2. Получаем 68. 68 меньше 20? Нет. Отнимаем 18. Получаем 50. x равен 50 при а равном 34. Получаем значение буквы А. Последнее значение нашего с вами задания – это а равное 45. Подставляем наш алгоритм. 45 умножить на 2. Получаем 90. 90 меньше 20? Нет. Значит, от 90 отнимаем 18. Получается значение x равное 72. 72 – буква М. А теперь расставим наше значение соответствующим буквам. Значению 2 соответствует буква О. 72 – это М. 50 – это А. 36 – это R. Так как задано в таблице 2, 72, 50, 36. Расставим значение во вторую таблицу. 30 – это буква Х. 50 – это буква А. 28 – буква И. 18 – буква Я. 72 – буква М. Мы получили имя среднеазиатского математика и поэта, который предложил одну из самых интересных систем календарей. Это Омар Хайям. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.